Да, приехали мы по темному. Пробуем лед. Опа, наши сани. Аккуратно, ну, можно провалиться. Оля, мы спешили, как оба. Тихо. Что-то хрустит как, не? Да, не нормально. Нормальный? Лед прощупываем, ребята. Все-таки уже плюсовая температура. Вышли на лед по темному еще. Вот смотрите, какой прозрачный лед. Видно дерево под низом. А лед хороший еще. Да, и после завтра. Можно не увязать. Да? Палатки есть. Переночуем машину. Елочку на Новый год. И нормально. Лед отличный еще. Ездить можно. Так, удочки. Теперь мои удочки. Десятое. Двенадцатое. Мотыль. Так, тут одна, и тут одна. Так, ребят, сделал такие две удочки с вот такими кивочками легенькими. Мормышечки у меня 0,3 грамма. Одна золотистая, одна серебристая. Кивочек такой чувствительный. И каждая удочка у меня промаркирована. Тут 0,10 леска, тут 0,12. Будем пробовать ловить. И на какую больше поймаем. Потом я вам расскажу и покажу. То есть, таких у меня три удочки, таких три удочки. 0,10, 0,12 леска. Вот такой пучочек у нас мотыля, 5-6 штучек, ну, предостаточно. Ребята, привет всем! Подождал, пока разведнется, потому что приехали мы на водоем, было еще темно. Приехали на вот такой, сказал бы, не столь большой водоем, но там уже скопление людей есть, и не маленькая, человек, наверное, 30-40 уже сидит. Приехали мы на карася. Будем сегодня ловить на очень-очень легкие мормышечки, на такие деликатные снасти, потому что она крупные мормышки не берет. Будем на отвесы еще пробовать ловить. Вот так расставили 5 удочек. Сейчас наживляемся, может, немножко подкормим, отдельно сделаем вот здесь пару луночек и прикормим. Закормим вот такой real fish, карась, малина.
Птица красноперка якась. Первая поклевочка, ребят, и холостая. Шо это? Мелочь какая-то. Обсасывает красноперка или кто, непонятно. Хорош. Хорошая зачетная ладошка. Чуть даже больше. Сейчас покажу, на что он влетел. А влетел он на отвес. Видите, мормышка и поводочек у меня висит. И на вот этот крючочек, на поводочек, была поклевочка. Опять погода портится, ветер такой. Передавали штормовое предупреждение в Александрии, где я живу, моего города. Ну, будем надеяться, что здесь будет все-таки потише ветер. Хотя бы 5-7 метров в секунду. Ребят, что-то удочку не украл. Я вам говорю, капец просто. Вот такой карасик. Смотрите. Отличный, отличный. Чудочку не украл. Так потянул, ребята. Капец просто. Опа. Опа. И опять в бой. Чудочку не украл, блин. Так что-то я запереживал. Что утащить удочку. Хоть зимние удочки копейки стоят, но все равно, ребят, как-то. Неприятно было бы, если встырил бы удочку. Фух. Очередной карасик, ребята. Хороший. Хорошенький, ребят. Опа. Я заметил, что два мотылика, ребят. Одеваешь вот так два мотылика. И поклевывает. Одеваешь чуть больше, не клюет. Помещается везде, не тяжелые. Мы ее ставим в санки. Вот так. Ручку. Сковородка. Дочек чудо. Так, наливаем немножко подсолнечного масла, чуточку сальцо, колбаска. Порежем лучка вот так крупненько. Добавил, ребята, грибов немножко. У меня осталось в прошлой рыбалочке. Колбаска, грибы, лучок. Это все сейчас обжарим. Колбаску вот так порежем немножко, чтобы такая крупная была. Ребята, добавляем яйца. Вот такая у нас яичница будет на природе.
Ребят, пока у нас готовится обед, можно и по чайку бахнуть. Карасиков уже наловили. На травах. Чаечек. На природе. Посолить, ну то ничего страшного. Вот такая яичница вышла у нас. Куртецкая с колбасой. Тут лучок на сале сделано. И с грибочками. Все, что нужно на рыбалке. С вас, ребят, лайкос. Обязательно. Ребят, покушали плотно, чайку бахнем сейчас. На мормышку взял, а боковым крючком за лед зацепился. Очередной карасик, ребята! Ух, и там поклевочка, ребята, и там поклевочка. И там поклевочка, и там поклевочка. Блять, клюет сразу, ребята, на двух-трех лунках. Ничего себе поделать. Стоит, потом раз там. Смотрите, ребят. Смотрите. И тут клюет. Ну? Давай еще третья сейчас удочка. Давай. Ну? Фух. Так, ну что, ребята, вот на этом рыбалочка и подошла к завершению. Все, кирдык, game over. А так, ребят, по рыбалке я вам сейчас покажу, по карасю вот так вот отловили сегодня. Кто не подписанный, подпишитесь, с вас, конечно же, лайкосик. Дай бог, чтобы был лед, дай бог, чтобы была зима, какой-то изморозь, какая-то заморозки. Если, конечно, ночью сейчас подзамерзало, то мы выходили на лед бы, а так плюсовая температура будет, что ночью, что днем, уже вода стоит на льду, лед прозрачный, почернел уже. Так, ребят, по рыбе, что сегодня у нас по рыбе, вот такое ведерко мы наловили, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 карасиков, ну карась такой, я вам скажу, хороший, конечно, ожидалось бы, хотелось бы лучшего. Ну, что есть, то есть. Вот такие карасики у нас. Не, ну, ребят, есть такой караси. Прям хорошие. Прям хорошие такие карасики. По 200 грамм. Ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.